Всем привет! Сегодня третий день, как у меня болят зубы. Точнее, не зубы, а десна. Нижний ряд рядом с зубом мудрости у меня воспалилась десна. Не знаю из-за чего, но держать в рот просто в закрытом состоянии мне больно, поэтому у меня все время приоткрыт, ночью спала, а просто вот так вот. И утром у меня даже челюсть онемела. И верхний зуб мудрости, там появилась огромная дырка. Я не придавала этому значения, пока это меня не беспокоило, да, туда забивалась еда, я тщательно вычищала зубы после каждого приема пищи, даже когда была где-то не дома, старалась прополоскать рот, и думала, ну, рожу, и уже потом пойду к стоматологу нормально, мне заделают эту дырку, либо же удаляют этот зуб мудрости. В итоге, из-за того, что у меня сильно воспалилась десна, даже так трогать больно, представляете? А я вчера ходила на консультацию в стоматологию, мне сказали, нужно удалять два зуба мудрости, но из-за того, что я в положении, мне сказали сначала получить разрешение у моего гинеколога. Представляете? Чтобы удалить просто два зуба во время беременности, нужно сначала пойти к гинекологу, разрешение у него взять, и потом уже с этим разрешением нужно идти к стоматологу, он все это проверяет, и только потом удаляют зубы. И вообще любое лечение нужно согласовывать со своим гинекологом. Мне сказали, что помимо зубов мудрости, мне нужно лечить зуб, где нижний ряд, рядом с зубом мудрости. У меня там то ли дырка, то ли что, я не помню уже, что мне сказали. А я когда услышала, что нужно зубы вырывать, у меня просто вот такие вот глаза. Я ни разу не удаляла уже коренные зубы, только молочные. Не знаю вообще, как это. У меня с зубами всегда не было проблем. Вот хожу постоянно к стоматологу и постоянно проверяю зубы. Вот последний раз я была когда в России летом прошлого года. Я проверяла все зубы, мне сказали, что все отлично у меня, что мне ничего не нужно делать. Я просто нарастила, у меня здесь были сколы на двух зубах, на этом и на этом. И все было отлично. Стоило мне забеременеть, как снова, блин, начались эти проблемы с зубами. Прошлую беременность это меня обошло стороной. В первую беременность у меня начался кариес, и мне тоже лечили зубы. Я уже точно не помню, это было в 2017 году. В 2018 я родила, и перед родами как раз-таки за несколько месяцев все мне вылечили. Я не люблю стоматологов, я их ужасно боюсь. В Корее их нужно бояться не из-за боли, а из-за цен, потому что цены на стоматологию — это просто небо и земля по сравнению с Россией. В России там один зуб, сколько я отдала за... Я 2000 рублей, по-моему, отдала за то, чтобы мне нарастили два тех зуба, и все. Как бы, это еще по-божески. Не знаю, как будет сейчас. Муж сказал, что удаление зубов недорого, а вот лечение зубов выйдет в копеечку. У меня еще нет зубной страховки. Вообще нужно ее по-хорошему сделать. Все остальные зубы, которые мне нужно лечить, не один, причем один мне нужно вылечить сейчас, вот, во время беременности. А остальные зубы мне нужно уже лечить после родов. Представляете? Мне страшно. Но ничего. Главное, чтобы сейчас вот эта вот десна воспаленная прошла. Потому что нереально болит. Вообще, я не могу не есть нормально. Приходится жевать на этой стороне. И все равно, когда я жую, получается так, что это воспаление защемляется. В общем, такие вот дела. Детей в садик я отправила. Душ я приняла. Сейчас мне осталось высушить волосы. Поеду сначала в свою гинекологию. Возьму разрешение. И потом уже поеду к стоматологу. Это займет так много времени. Мне ехать час с лишним до больницы моей, до гинекологии, а потом еще обратно туда час до стоматологии. В общем, у меня на сегодня полдня на это точно уйдет. Я уже на месте, получила разрешение, приехала к стоматологу, и мне сейчас будет делать рентген. Мне уже сделали обезболивающий укол.
всего сделали 5 уколов. Сверху и снизу. Чувствую, как все опухает, отекает. Вырвать зубы оказалось дешево. По госстраховке вышло всего 5500 вон. Обезболивание начало потихоньку проходить. Капец, как больно. Все так потекло. Я чувствую всю эту боль. При этом у меня еще язык онемевший. Я думала, что во время удаления зубов будет больно. Но больно не было. А вот сейчас я почувствовала на себе всю эту боль. И больше я зубы вырывать не хочу. Теперь буду за ними еще тщательнее следить, чем раньше. Хотя я и раньше следила за зубами. Всегда ходила на осмотр к стоматологу. Утром и вечером чищу зубы. Но все равно... Мне еще один зуб нужно вылечить. Ну, не удалять его, а лечить тот, который был рядом с нижним зубом молодости. Ну, короче, капец. И через неделю мне нужно прийти и снять швы. Мне швы наложили на нижнюю часть. Дырка там была большая. Сказали, нужно зашить. Через неделю приду. Снимать швы. Всем привет! Прошла уже неделя после удаления зубов мудрости. Уже на следующий день я стала чувствовать себя лучше. Правда, мне пока что еще непривычно без зубов, как будто чего-то не хватает. Ну а сейчас я иду к стоматологу снимать швы. Надеюсь, это будет безболезненно. Перед началом лечения можно почистить зубы одноразовой щеткой. Также есть зубная паста для взрослых, детская, ополаскиватель для полости рта и одноразовые стаканчики. Очень удобно. Ну что, я уже дома, мне сняли швы. Это было не сказать, что больно, просто неприятно, и потом десна немножко щипела. Мне на следующей неделе записали уже на лечение зуба. Я вам ранее в этом же видео говорила, что у меня рядом с зубом мудрости, соседний зуб, его нужно лечить, там у меня кариес. Так вот, мне сегодня рассказали, сколько это будет стоить, и давайте... Я сама была в шоке, теперь я вас подвергну в шок. Мне дали такую вот бумажку, и давайте вам зачитаю. Лечение. Мне нужно будет полечить кариес, также нерв, прийти 4-5 раз. То есть не за один раз все это можно будет сделать, а нужно будет ходить на лечение чуть больше месяца.
И в итоге это выйдет до 60-70 тысяч вон по страховке государственной. Но потом мне нужно будет после лечения одеть коронку. Одеть коронку, и коронка, самая дешевая коронка под цвет зубов, она будет стоить 550 тысяч вон. То есть лечение у меня обойдется 620 тысяч вон примерно. Я в шоке от цены. Это 35 тысяч рублей за один зуб, чтобы вылечить один зуб. Я офигела. Спросила, можно ли оформить страховку зубную. Мне сказали, что в моем случае уже поздно, так как в истории уже стоит, что мне нужно пройти такое вот лечение. И даже если я сейчас быстренько сделаю себе зубную страховку, она мне ничего не возместит. В итоге как-то так. Плюс этот зуб мне сказали сделать во время беременности, потому что позже он мне может заболеть, сейчас он меня никак не беспокоит. Но если он заболит позже, потом уже лечить будет нельзя на поздних сроках беременности. И это еще не все. После родов мне сказали прийти, у меня там еще много кариеса на нижних зубах. То есть мне нужно будет еще вылечить, получается, один зуб во время беременности и где-то 4 зуба или 5 зубов уже после. То есть мне нужно вылечить 6, около 6 зубов. И если за каждый зуб я буду отдавать по 35 тысяч рублей, блин, это же капец как много. Проще слетать в Россию, вылечить там зубы, мне кажется, то на то и выйдет, может, даже дешевле выйдет. Я в шоке от цены. Пишите в комментариях, сколько стоит поход к стоматологу, чтобы вылечить один кариес, там, поставить коронку в вашем городе, в вашей стране. Мне будет интересно почитать, потому что я в шоке до сих пор от стоимости. 35 тысяч просто на ветер. Нужно было раньше думать о зубной страховке, просто у меня зубы крайне редко беспокоят. И вообще, я вообще пошла к стоматологу только потому, что у меня воспалилась десна рядом с зубом мудрости. Я даже не думала, что их мне удалять нужно будет. Знала то, что вот верхний, где у меня дырка, нужно будет его запломбировать или было уже удалить. В итоге мне-то удалили зубы, сняли швы, все в порядке. И вышли реально копейки. Я тоже удивилась, что же так дешево. Спросила, можно ли удалить этот зуб, но мне сказали, что этот жевательный зуб, его удалять не стоит. Ну, как-то так. Ну, куда аж деваться, зубы лечить надо, потом я не хочу жалеть. Скупой, как говорится, платит дважды. Вот сейчас не вылечу, а потом как даст о себе знать перед родами, и потом я буду жалеть об этом. Лучше сейчас раскошелиться, помучиться, вылечить зубы, и каждый раз мне нужно будет делать обезболивающий укол в десну. Блин, я так не люблю эти уколы, я так не люблю стоматолога, а сейчас мне еще, блин, полтора месяца почти что ходить, получается, раз в неделю. Ох, пожелайте мне удачи в плане того, чтобы я это вытерпела, денег, как говорится, деньги я заработаю, а вот здоровье свое не верну, и нервные клетки у меня, кстати, не восстановятся. Каждый раз, когда я иду к стоматологу, у меня прям ладошки мокрые, я вся трясусь от страха. Но мне кажется, после уже этих походов к стоматологу, стоматология станет моим вторым домом. Увидимся с вами в следующем видео. На этой ноте я с вами прощаюсь. Всем пока!